Всех приветствую на канале Nighty Night Level, с вами Андрей. Сегодня речь пойдет об уральском городе Нижний Тагил. Именно он выиграл голосование на этом канале. Тагил – один из самых больших городов России, не являющийся главой субъекта. Находится в Свердловской области, в 120 километрах от административного центра Екатеринбурга. Тагил входит в список 100 самых больших городов России. Находится он на 57-м месте с населением в 331 тысяча жителей. Ну что, друзья, погнали интересные факты о Нижнем Тагиле. Тагил! Город основан в октябре 1722 года, когда на Выском заводе была получена первая продукция – чугун. Основан династией Демидовых, которым и принадлежали тагильские заводы – Верхневыйский и Тагильский. Сначала поселение на месте современного Нижнего Тагила называлось Тагильский завод, а затем Выский завод. Через три года, 25 декабря 1725 года, выдал первый чугун – Нижнетагильский железоделательный завод. В это время мировую известность получает продукция тагильских железоделательных и медеплавильных заводов, известная под торговым знаком «Старый Соболь». Тагил! Многие утверждают, что медь знаменитой Нью-Йоркской статуи свободы, а именно облицовка статуи, была из Тагила. Легенда об использовании тагильской меди пока не находит документального подтверждения. Тагил! Именно тут, в 1834 году в России был изобретен и построен паровоз, получивший название пароходный дилижанс. Дилижанс построили крепостные умельцы-самородки Ефим Черепанов и его сын Мирон на Демидовских заводах в Нижнем Тагиле. Паровоз водил состав весом до 3,5 тонн со скоростью 13-16 км в час и использовался для перевозки руды с медного рудника до Нижнетагильского завода. В годы Великой Отечественной войны треть всех танков Т-34 была построена на заводах Нижнего Тагила. По уровню производства и обработки товаров Нижний Тагил занимает первое в Свердловской области место, опережая даже областную столицу Екатеринбург. Тагил гуляет! Тагил расположен на восточном склоне Среднего Урала. До условной границы Европа-Азия от него всего несколько десятков километров. Но горы рядом с Тагилом и в самом нем только условно можно назвать таковыми. Их высота не превышает 800 метров, а окружает этот рельеф бескрайнее море тайги и болот, особенно на востоке, где начинается западносибирская низменность. Тагил! В конце 16 века здесь располагалась стоянка знаменитого покорителя Сибири Ермака. Тагил! По некоторым данным, название город получил в честь реки Тагил. Всего по его территории протекают 13 рек и речек. Тагил! Местная система водоснабжения была разработана еще в эпоху правления Петра I. Тагил! Поблизости от Нижнего Тагила, в поселке Висим, жил знаменитый писатель Мамин Сибиряк. Тагил! Именно в Нижнем Тагиле родился Ефим Артамонов, крепостной, прославившийся тем, что изобрел первый в мире велосипед. Тагил гуляет! В городе много пенсионеров, около 40%, но это связано не с естественной старостью, а с вредным производством и большим количеством воинских частей и зон, чьи работники тоже имеют горячую сетку. Тагил! Страшилка про экологию Нижнего Тагила была очень популярна лет 15 назад. Действительно, город раньше входил в число наиболее тревожных по качеству воздуха. Но сегодня ситуация изменилась. Превышение ПДК хоть и есть, но невысокое. Гораздо больше опасений вызывает качество воды. Она непригодна для питья, и многие тагильчане используют привозную артезианскую воду. Тагил! В Нижнем Тагиле архитектурных памятников не так много. Зато хватает красивых мест и шикарных видов. Символом города является гора Лисья, стоящая почти в самом центре. На ее вершине находится маленькая сторожевая башня, построенная еще во времена Демидова. Лисья гора имеет вулканическое происхождение. Именно благодаря своему магматическому составу, бесполезному с точки зрения промышленности, она и уцелела, в отличие от других гор. Пластиковым ключом, а не как у нас в Тагиле с ноги. Настоящим брендом города считают подлинную картину Рафаэля «Святое семейство», которую еще называют «Тагильской Мадонной». В основе герба Нижнего Тагила лежит модель первой печати заводской конторы Демидовых. Три рудоискательных лозы, ошибочно принимаемых за букву «Л», означают поиск полезных ископаемых. Молот «Чекмарь» говорит о мастерстве горожан, а шлем подчеркивает значение города в оборонной мощи страны. Тагил! Нижний Тагил называют крупнейшим промышленным центром Урала. Здесь около 60 действующих заводов. Среди них такие гиганты предприятия, как металлургический комбинат «Уралвагонзавод», трубный завод «Металлинвест»,
механический завод «Уралец» и завод «Уралхимпласт». Тагил гуляет! Существует еще и Верхний Тагил, который расположен выше по течению реки Тагил, но тут проживает менее 10 тысяч жителей. Тагил! Тагил только с виду суров и грозен, но если разглядеть его чуть ближе и внимательнее, можно обнаружить интересные локации и важные моменты в истории России. Приношу свои соболезнования пострадавшим и родственникам погибших от взрыва газа в жилом доме, произошедшем 1 августа 2024 года. Что ж, друзья, на этом пока все про Тагил, но не все про города России, так что подписывайтесь на канал, если вам понравилось, ставьте лайк. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал 99level. С вами был Андрей, а главное, друзья, берегите себя. До скорых встреч и всем пока.